Всем привет! Если вы соскучились по моим видео, то добро пожаловать на мой канал. Сегодня поговорим с вами про мои фавориты последнего периода, включая конец весны, середину лета, да, уже закончился второй месяц лета. В общем, в этом видео я рассказываю про свои фавориты, включая материалы для творчества и какие-то более бытовые вещи, поэтому если вам интересно подобного рода видео, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть. Так, сегодняшнее видео будет не совсем обычным, потому что я определенно точно чувствовала, что у меня были какие-то яркие фавориты, что мне что-то очень сильно нравилось на протяжении последнего периода. Но когда я села готовить план для этого видео, я поняла, что, в общем-то, они все несколько невербальные, если можно так выразиться. Большая часть этих фаворитов — это какие-то умозаключения. Не знаю, в общем, по ходу видео вы, наверное, поймете, о чем я говорю. В общем, здесь не будет прям каких-то очень выраженных, ярких, конкретных представителей, которые я могу подержать в руках, но я постараюсь оставлять вам здесь вставки видео или то, о чем я буду говорить, собственно. Поэтому начнем. Первый фаворит, естественно, начнем мы с красок. Что касается красок, у меня очень долгое время не было новых красок. Вообще обычно раз, ну, условно, там, в месяц, может быть, даже чаще, зависит от настроения, сезонности и возможностей, я периодически прям стабильно пробую новые материалы. Вы видите это в моих обзорах, плюс я об этом рассказываю в своем инстаграм. Что-то тестирую. Всегда, когда у меня появляется какой-то новый цвет, прежде чем пустить его в работу, я его замешиваю со всеми своими вот самыми ходовыми оттенками. Потом начинаю замешивать его со всеми теми, которые являются для него комплементарными по цветовому кругу. Если вы плохо дружите с колористикой, то я настоятельно рекомендую вам хотя бы самые-самые основы, основ цветовой круг, как он устроен и какие цвета являются парными, дополнительными и прочее, просто посмотреть, немножко вникнуть, тогда вы поймете, о чем я говорю. Я стараюсь с умом подходить к любым материалам, которыми я пользуюсь. Да, естественно, у меня бывает возможность просто что-то потестировать, потому что это, допустим, только появилось в продаже или вот-вот поступит в продажу, и иногда у меня появляется возможность просто сделать на что-то такое вот обзор, ревью, но это не означает, что я имею возможность там пачками скупать все цвета мира, потому что, во-первых, я не вижу в этом никакого практического смысла, а во-вторых, опять же, я считаю, что нужно очень грамотно пользоваться тем, что у тебя есть. И каждый новый цвет я замешиваю вот по этим двум признакам, да, то есть сначала я мешаю со своими любимыми, потом смотрю, как там он идет по колористическому кругу, по цветовому, и в дальнейшем уже начинаю там что-нибудь выдумывать, то есть, а что если вот с этим смешать, что если с этим. Вот в ходе таких каких-то экспериментов очень часто я выявляю для себя классные, крутейшие смеси, которые я использую в дальнейшем в работах. Повторюсь, это довольно популярный вопрос, но я уже миллион раз на него отвечала, поэтому повторюсь. У меня нет какой-то готовой базы, да, которую я могу вам вот так вот отдать. Вот для кожи вот такой у меня цвет, для теней такой, для полутеней такой. Нет, для каждого рефа я подбираю цвета индивидуально, то есть каждая моя работа — это абсолютно новые цвета, это не те цвета, которые были в предыдущей работе. Да, у меня есть какие-то фавориты, да, у меня есть какие-то каноны и правила, которым я пользуюсь, но я знаю, как их адаптировать под свою палитру. Таким образом, я не ограничиваю себя в количестве цветов, которыми я работаю. То есть у меня может быть 100 тюбиков, и все 100 рано или поздно я использую. Есть художники, которые ограничивают свою палитру вплоть там до 8-9 оттенков, да, или даже меньше, и пишут ими картину из ряда в ряд. Мне такая технология не близка, скажем так. Мне нравится экспериментировать. Я, как я уже говорила, color friendly, то есть я дружу с цветами, которые появляются на рынке, мне нравится добавлять что-то новенькое каждый раз. Так вот, вся эта тирада долгая. К чему? К тому, что тут я села недавно и поняла, что я как-то пренебрежительно отношусь к тем материалам, которые у меня давно уже лежат. Вот, знаете, у меня
такие стандартные икеевские контейнеры с секциями, в которые я раскладываю свои материалы, которыми чаще всего пользуюсь, пореже, там, для особых каких-то нюансов и так далее. Я начала рассматривать свой этот контейнер, поняла, что те, которые лежат на дне, я их как бы и не достаю. И, в общем-то, последнее время, наверное, месяца три, да, вот этот, собственно, с последнего моего видео про мои фавориты, я занималась тупо тем, что я не заказывала вообще никакие новые цвета отдельно. У меня было несколько обзоров на наборчики, да, там были Ван Гог и Рембрандт. Но это все равно немножко другая история, да, то есть я не заказывала цвета отдельно, я специально дала себе время заново вот так вот как раз разобрать каждый свой цвет, который у меня уже есть в моем наборе. И я для себя нашла очень много крутых новых замесов, хотя мне казалось, что я уже очень хорошо знаю свои цвета, которыми я работаю, да, свои все эти тюбики. Исходя из этого, я решила отказаться от огромного количества цветов, таких вот более, скажем так, стандартных, которые очень часто у меня повторяются в работах. То есть, да, есть возможность рисовать только ими, но, как вы уже поняли, я периодически добавляю вообще любые цвета в зависимости от референса и моей задачи. Я решила, что мне надо избавиться от моей невероятно огромной палитры. У меня была одна палитра «Лёдница советская», вы её все 500 миллионов раз уже видели. У меня была еще одна палитра из-под акварели какой-то, по-моему, из-под сильной лешки, еще древней-предревней. Еще какие-то были маленькие, и везде что-то там понадавлено. В общем, я решила все это почистить. Половину я вообще просто оттуда прям, скрипя сердце, повыкидывала, потому что я просто уже знаю, что я не буду работать этими оттенками, они закаменели и вообще выглядят не очень аппетитно. Вот, я считаю, что палитра должна возбуждать, поэтому если она выглядит неаппетитно, то надо задуматься вообще о том, чем вы работаете, собственно. И, в общем, я решила все оставить вот в этой палитре. Это моя самая-самая такая рабочая палитра. То есть эти цвета я использую не то чтобы регулярно, но довольно часто. И если я вдруг там не захочу ничего сегодня нового из тюбиков выдавливать, я просто возьму вот эту палитру и сделаю ей, в принципе, любую работу. Все остальные цвета тюбики я выдавливаю непосредственно перед работой. Прям на свою керамическую палитру и работаю таким образом. То есть, по сути дела, я сейчас практически отказалась от палитр. У меня есть просто тюбики и палитры для смешивания. И я выдавливаю все из тюбиков и свежими красками работаю. Эта палитра, ну, такая вот золотой запас, знаете, вот из разряда должна быть, чтобы вот, если мне совсем лень там что-то выбирать, я просто сяду и с этой буду рисовать. И мне нравится такой подход, потому что, во-первых, я лучше начинаю изучать свои краски, я начинаю находить какие-то новые смеси, и это дало мне такую почву и получать вдохновение не только с новеньких материалов, это легко, каждый вдохновлен новыми материалами, в этом нет ничего сложного, да, а вот попробуй вдохновить материалами, которыми ты уже 300 лет когда-то там назад работал, да, поэтому я, в общем, решила, что надо заняться чисткой. Тут весь длинный разговор, посыл к тому, что разберитесь в своих материалах, если вы реально храните материалы, которыми вы не пользуетесь, спросите себя, почему, может быть, они вам вообще не нужны, а может быть, вы просто как-то, ну, обошли их стороной, обделили их вниманием, и поэтому, собственно, они у вас и лежат. В общем, поэтому у меня не было новых никаких цветов, но я уже жду новые цвета, уже я заказала, потому что я разобралась, я все выяснила, мои отношения с акварелью прекрасные, ясны, понятны, чисты, поэтому я решила, все настало, пора заказывать новые материалы, и я их обязательно вам покажу в дальнейшем. Так, идем дальше. Дальше новый скетчбук на дереве. Мне написали местные ребята краснодарские, посиделки с чайком, по-моему, они называются, если я точно не ошибаюсь, да, посиделки с чайком, вот, довольно романтичное название, в общем, они делают вот такие штуки на дереве, они мне написали с предложением сделать для меня такой скетчбук, это уже был, наверное, месяц назад или сколько, я не знаю, в общем, и они разработали макет этого скетчбука с моей картинкой, которую я прислала, то есть это была картинка, которую я выбрала, Маки, изначально, с тем форматом, который мне интересен, и с той бумагой, которая мне нужна. То есть это абсолютно такая индивидуальная вещь в
единичном экземпляре. Здесь у меня на обратной стороне имя, фамилия. Я не стала делать ее на передней обложке, потому что это как-то нескромно слишком. Но что-то именное иметь приятно, тем более у меня ничего именного, кстати, и нет. Ну, кроме банки моей акварельной. Все остальное — это какие-то вещи, собственно, без имени. И здесь была первая страница, это Фабриано Артистика. У меня здесь два блока. Один блок Фабриано Артистика, хлопок, моя любимая бумага. И второй блок, вот такая бумага для письма, обычная бумага для графики, приятного кремового оттенка. Это для моих перьевых ручек. Вот, и первая страница была тупо белая, я ее покрасила в свой любимый цвет. Могу уже даже не называть его, мне кажется. И получилась вот такая вот история. Мне кажется, это выглядит очень миленько, так как-то романтично. И мне кажется, это довольно мое по ощущениям. Здесь, как вы видите, еще пока нет ни одного наброска, но обязательно будут. Я вам потом их, соответственно, покажу. Почему я включила этот скетчбук в это видео? Потому что после этого у меня закралось какое-то такое стойкое ощущение, что вот вещи, сделанные своими руками, на самом деле имеют какую-то особую ауру и особую атмосферу, и я как-то вообще прониклась этой темой, начала читать вообще про всякие штуки из дерева, про, в общем, долгая история. В итоге я дошла до того, что, может быть, мне самой тоже что-нибудь сотворить своими руками, не именно нарисовать, а я имею в виду что-то сделать. И вообще была вдохновлена этой темой, у меня появился огромный список всего, что я хотела бы сделать сама своими руками. Начиная от того, что я хочу попробовать когда-нибудь вырастить свой чай. Понимаете, да, насколько все серьезно и как далеко зашло. Ну и заканчивая тем, что я реально могу попробовать, но пока рассказывать вам не буду, потому что, возможно, это тоже будет интересный к просмотру эксперимент. Поэтому вот имейте в виду, что я в последнее время вдохновлялась какими-то DIY штуками, грубо говоря. Вот, идем дальше. Дальше будет очень странно, ну типа из разряда вообще какого черта. Но так как это мои фавориты, и мне хочется, чтобы эти видео были не такими пресными, как все мои остальные видео, связанные чисто с творческой стороной вопроса, я все-таки включусь, да, этот момент. Это будет очень странно. Еще раз. Это очень странно, да? Это кружка. Это не какая-то там фирменная, невероятная, классная кружка. Вы ее не купите в Икее. Это кружка, которая была в Магните, в магазине Магнит. Я ее взяла вместе с чаем, собственно, я купила чай из-за этой кружки. Чай какой-то там, самый обыкновенный черный чай. Тут даже есть логотип. Принцесса Нури. Вот, он внутри кружки, к счастью, потому что я не фанат принцессы Нури. Но кружка просто магическая какая-то. Я не знаю, что со мной произошло. Я схватила эту кружку с этим чаем, просто из-за кружки я взяла этот чай. Мне очень нравится форма этой кружки, у нее шикарная ручка, ты не обжигаешь пальцы, здесь куча места, можно хоть на целую ладонь туда засунуть. Я вообще обожаю вытянутые кружки, они хорошо держат тепло. Серьезно, я давно уже не привязывалась ни к какой такой вот бытовой вещи. Я привязалась к этой кружке, я только из нее и пью теперь. Так что вот. Ну и плюс, мне кажется, она очень подходит мне по цвету. У нее такая классная фактура. Если вдруг увидите в Магните эту кружку, не берите, потому что она моя. Собственно, к теме о чае, мне очень нравилось последнее время. У меня периодами, вы уже заметили, то я травница, то у меня зеленый чай, то фруктовый, то всякие разные. Летом я очень люблю зеленый чай, мне нравятся все зеленые чаи с какими-то оттенками, с интересными, начиная с банального жасминового чая и заканчивая какими-то там улунами, типа Тигуанин, Golden Baby, например, или еще что-то в этом духе. В общем, последнее время я пила с особой охотой. Это Гринфилд, по-моему, был в пакетиках. Называется он Грингам Паудер, но вы можете найти не в пакетиках. Я пила этот чай оригинальный, именно листовой, поверьте, это божественно вкусный чай. Если вы любите зеленый, обязательно попробуйте Ганпаудер, потому что это очень интересная, ароматная такая история. Вот. И мне кажется, он немножко освежает, и летом очень здорово он заходит, и мне его нравится даже пить холодным, вот, и, знаете, все время рука к нему тянулась, вот так, вы знаете, что я чаеголик вообще жуткий со стажем,
Только не пугайтесь, когда я в сторис показываю свой кофе, потому что утром я пью кофе. Но у меня были претензии в стиле: вот ты на канале говоришь, значит, что ты чаеголик, а в сторис у тебя кофе. Я такая: ну да, потому что кофе я тоже могу попить, но просто люблю я больше чай. Дальше, кстати, по материалам еще не закончила. Кисть, вот эта кисть, вы ее видели у меня в обзоре, по-моему, последний или один из последних. Это новинка, появившаяся в магазине «Красный карандаш», кисть Леонард, это Франция. Вот такая вот белка номером 4, красивейшая кисть на французском креплении. Как-то я в нее вот вцепилась и не вынимала ее, и все последующие работы все делала этой кистью. Очень она такая маневренная, ей классно набирать много краски воды, прям большими пятнами рисовать, но при этом она собирается в тоненький вот такой кончик, и вполне возможно поработать какие-то мелкие детали. Она плюс еще и легкая, она на короткой ручке, плюс она очень красивая. Как-то, в общем, я сразу, вот даже, знаете, там, не пыталась ее распробовать, сразу полюбилась мне эта кисть, и сейчас вот в основном у меня в работах всегда две кисти, это какая-нибудь одна классная синтетика с острым кончиком по типу Искода или Ван Гог, и одна какая-нибудь белка, и долгое время у меня была белка Малевич, и вот сейчас у меня вот эта белка, и очень я ей довольна, ну и плюс она, да простит меня Малевич, гораздо более красивая, чем кисть Малевич, хотя и те прекрасные в работе, но вот это больше держит воды, и поэтому я как-то перебралась на эту кисть. Что касается также всяких приблуд и улучшения внешнего вида в рабочем пространстве и улучшения внешнего вида вашего профиля, то бишь фотографий, вот эта вот керамическая подставка под кисти тоже была моим фаворитом. Я на нее наваливаю не две кисти, как тут вообще должно быть изначально, а все, которыми работаю. Она немножечко у меня сейчас заляпанная, я извиняюсь. Ну, собственно, такая в рабочем состоянии. Очень классно смотрится штука на фотографиях, если вы заботитесь о том, как выглядит ваш профиль. Хотя, честно, я не очень об этом забочусь, но мне просто иногда нравится разбавить какими-то теплыми пятнами, потому что в целом мой профиль такой преимущественно теплый, да, и как-то цвет мне этот близок по духу. Кстати, на камере обычно он выглядит как красный, хотя в жизни он все-таки, наверное, больше вермиль, он мой любимый, он с оранжевым подтоном, очень выраженным, не знаю, как будет сейчас передаваться, еще сейчас освещение такое довольно пасмурное. В общем, классная штука, если вы работаете тоже там небольшим количеством кистей, можете посмотреть, это тоже, кстати, с красного карандаша, они есть разные формы, есть просто прямоугольные, есть вот такие кругленькие, разных цветов, может, что-то для вас вы найдете подходящее. Ну и знаете, вообще, какие-то вот такие вещи красивые в работе для меня имеют большое значение. Я честно эстет в этом плане. Мне нравится окружать себя красивыми штуками, потому что, ну, это как-то настраивает на творческий такой рабочий лад, поэтому я вам о них рассказываю, делюсь с вами. Что касается тем, да, каких-то тем, которые были в моих работах. Вы, наверное, все уже заметили, ну, если вы следите за моими работами, не только за видео. Излюбленной моей темой в работах было солнце и освещение. Именно такое вот теплое, что называется golden hour, золотой час, имеется в виду такой час. Фотографии, вообще изначально этот термин пришел из фотографии, насколько мне известно, то есть это такой час солнцестояния, когда все объекты кажутся такими оранжевыми и очень красивыми, теплыми, вот, любила очень сюжеты подобного плана, и все последние мои работы, вот реально, каждая работа была с каким-то таким теплым освещением. Мне кажется, что я даже задолбала вас этими работами, но честно, я всегда делаю в первую очередь то, что нравится мне, поэтому если вдруг кому-то по вкусу более прохладные типы работ, потерпите, обязательно все будет. Вы знаете, что я не привязываюсь как-то строго к одним набором цветовых сочетаний, да, у меня есть и более такие глубокие по тону работы, и контрастные, и более свеженькие, и солнечные, и прочее, поэтому я вот, ну, сейчас у меня такое ощущение, на самом деле лето довольно паршивое,
мало очень ясных дней, 2 дня пекло, потом 3 дня ливень, и поэтому, наверное, мне не доставало вот этого солнца, солнечного света. В этом году я купалась всего лишь 1 раз, я была на море, я живу в Краснодаре и 1 раз была на море. Вот, мне кажется, это вообще жиза для местных всегда такая, потому что чем ты ближе к морю, тем реже ты на нем бываешь, это типа классики что-то. Вот, и 1 раз купалась в озере за все лето, хотя я очень люблю плавать и обожаю купаться, звучит странно, да? Ну, в общем, в этом году как-то без купания у меня практически обошлось, надеюсь, что в августе, в сентябре я еще наверстаю упущенное, еще поныряю. Поэтому вот мне хотелось как-то внести солнце в работах. Для тех, кто, ну, интересован больше моей технической стороной, да, моими работами, хочу отметить то, что самое главное в написании солнечного света — это грамотные чистые оттенки, желательно монопигментный, то есть состоящий из одного пигмента в составе. Если вы не в курсе, что это значит, посмотрите мое видео «Как читать и понимать краски». Я там рассказываю, что такое пигмент и как вообще читать обозначения на красках. Либо просто загуглите. Смысл в том, что когда вы берете однопигментную краску для своей работы, ваш цвет априори будет более чистый, более лаконичный, такой читабельный, понятный, да? Когда вы начинаете намешивать кучу всего, вы можете не знать нюансов, какая-то краска была у вас плотная, а какая-то у вас была полупрозрачная, вы ее смешали, вы, естественно, уже не получите прозрачный оттенок. Очень важно, на мой взгляд, использовать прозрачную желтую, то есть не какие-то там кадмии, не какие-то более такие плотные желтые, да, типа перманентные, а уйти все-таки в сторону кобальта золотистого, в сторону индийской золотистой, какой-то может быть азо, хотя азо тоже плотноватый, вот в сторону полупрозрачных желтых. Ими очень хорошо писать под цвет, от цвета. И в зоне тени обязательно должен быть какой-то более глубокий контрастный цвет, потому что объем и свет читается только тогда, когда есть тень. Поэтому если уж вы взялись писать солнечное освещение, не бойтесь делать тени более контрастными. И это не имеется в виду брать черный цвет. Нет, вообще избегайте черных. Чем больше черных, тем глубже и дрявее получается сам цвет. Он некрасивый, он не выглядит так акварельно, как он должен выглядеть. Поэтому в тени предпочтительно использовать какие-то более глубокие оттенки, там, фиолетовых, сине-зеленых, синих и прочее. Но, ну, если мы говорим про холодную плану тень, да, либо кирпичные, наоборот, красные, какие-то бордовые, нежели черные. Но они должны быть очень контрастными по отношению к вашему свету. Второе — это использовать полупрозрачные желтые. И третий — это вот следить за уровнем контраста. У вас должен сохраняться очень хороший контраст, тогда ваш свет будет светиться за счет контрастной тени. Вот, то есть это очень важно. Не теряйте вот этот баланс. Если у вас блекленькие тени такие, даже если звонкая получилась красивая чистая заливка на освещенной области, но при этом очень глубокие рыхлые тени или наоборот какие-то блеклые серенькие, то вы никогда не получите вот этот эффект подсвета. Ну вот, собственно, все, что я могу сказать. Ну и, конечно, запаситесь какими-то звонкими оттенками, по типу пироль оранжевого, вот в технике Golden Hour, да, когда золотой час, и у вас на лице аж все оранжевое, он там просто необходим. Это тоже должно облегчить вашу задачу. Идем дальше. Следующее, о чем я хотела с вами поговорить, это будет несколько странным на самом деле, но те, кто давно за мной следит, может быть, даже не удивится. Но вообще это немножечко выбивается из всего остального, про что я обычно рассказываю. И здесь я говорю сейчас про игры. Хочу пометить такой момент. Да, я знаю, что я довольно взрослая для игр, хотя, мне кажется, вокруг игр бытует не самая такая благоприятная аура только потому, что люди часто подразумевают какие-то
очень посредственные игры, и я не говорю сейчас про какие-то, знаете, аркады, где ты там три кристаллика собираешь в ряд. Вот такие игры, да, возможно, это трата времени, и это как-то глупо, и немножечко даже не камильфо. Но, опять же, если вы играете в такие игры, ни в коем случае не пытаюсь вас обидеть. Ну, в общем, это, конечно, надо понимать, да, что это гораздо более такие заурядные игры. Я говорю про игры с сюжетом, я говорю про игры с интересной историей, с красивой графикой, с каким-то погружением. Я говорю про игры, которые сами по себе как фильм, и ты просто принимаешь участие в этом фильме. Когда мне люди говорят, откуда у тебя время на игры, ну это то же самое, как вы же смотрите фильм. Вот вы смотрите фильм, точно так же я нахожу время поиграть. Поэтому это как-то не бьет по моему распределению времени. Я всегда стараюсь оставлять это на вечер, когда я уже все дела поделала. Если у меня есть время поиграть, я могу сесть поиграть, потому что это для меня иногда интереснее, чем какой-то фильм и так далее и тому подобное. Я говорю про интересные, повторюсь, игры с хорошим, грамотным сюжетом и, конечно, с грамотной графикой. Две игры я назову сейчас, которые... Одна из них просто взорвала мне голову, я не знаю, почему мне так понравилась эта игра. Это вообще игра не моего привычного жанра, обычно я играю в RPG-игры, то есть это игры, где ты занимаешься развитием персонажа, бла-бла-бла. Ну, в общем, если вы не сильно шарите в этой теме, почитайте про жанры, то эти игры, они отличаются от тех, в которые я играла обычно. И первая игра, это игра абсолютно новая, она вышла вот, по-моему, в марте или что-то типа того. Называется она Plague Tale. Это одна из самых интересных, красивейших, при этом грустных, со смыслом какой-то, каких-то драматичных и крутых игр, в которые я когда-либо играла. Это шикарная игра, у нее очень высокий рейтинг, и я считаю, что он оправдан. Она невероятно атмосферная, она потрясающе нарисована, и там такие шикарные диалоги, которые реально наводят на мысли и заставляют тебя о чем-то задуматься. У меня действительно была грусть по этой игре, когда я ее прошла. Мне реально было грустно, как будто бы, знаете, я досмотрела какой-то любимый сериал, например, который я там несколько лет смотрела. Ну, когда ты привязываешься к персонажам, когда ты привязываешься к истории, и просто грустно прощаться. Вот у меня реально было впервые такое от игры. Именно поэтому я так четко обозначила то, какие именно игры меня интересуют и в какие игры, я считаю, стоит играть. Вот. Если вы не слышали про эту игру, обязательно посмотрите хотя бы трейлер, я не знаю. В общем, очень интересная игра. Ее суть построена на том, что... Ну, естественно, время — это средневековье. Почему, естественно? Потому что довольно популярная тема в играх, но она не избитая. И там захватывается такое время чумы, время там всяких крыс и все остальное. И, собственно, фишка этой игры в том, что вам предстоит долгое время существовать с крысами в определенном ключе. Я не буду спойлерить все, потому что это не с самого начала понятно. Но это очень-очень интересно, и диалоги, и персонажи очень милые. Открывается очень много человеческих, добрых, приятных качеств в этих героях, и как-то, не знаю, в общем, проникаешься, крутая игра, я действительно грущу, что я ее уже прошла, мне хочется, знаете, удалить тот кусочек памяти, который отвечает за то, что я прошла эту игру, и заново ее пройти, потому что она, на мой взгляд, потрясающе крутая. И вторая игра, которая в самом деле сейчас будет... наверное, для вас вообще никаким не удивительным моментом, но скажу сразу, я очень долгое время избегала эту игру. Я не знаю, почему у меня были какие-то предрассудки, мне казалось, что это избитая уже тема, что это какая-то ерунда, что это какая-то стрелялка, не более того, что она скучная, пресная, всех сдолбала, неинтересная и прочее. Я говорю про Tomb Raider. И я играла в последний Tomb Raider, не знаю какого года, 2017-2019, ну, в общем, свеженький совсем. Потрясающая тоже графика, очень интересный сюжет, и если вы решитесь проходить эту игру и будете реально
изучать все предметы, которые вы находите в этих гробницах. Том Брайдер, это, если кто не знает, Лара Крофт. Вот, собственно, суть в том, что вы ищете какой-нибудь артефакт и, в общем, бегаете по гробницам, при этом все это тоже сопровождается потрясающим видеорядом, классным сюжетом, графика невероятная и все остальное. Фишка в том, что если вы начинаете изучать все вот эти предметы, которые она находит, да, там, во время процесса игры, то вы действительно начинаете как-то погружаться и проникаться сюжетом. Тоже, на мой взгляд, достойный фильм, ну и именно поэтому по Ларе Крофт снято столько всего, что просто, я не знаю, я посмотрела количество игр, которые уже вышли до этого, «Мама родная», там, я не знаю, штук 10, наверное. В общем, я думаю, тему вы это наверняка все знаете, если вдруг кто-то не играл. Тоже могу посоветовать эту игру, интересно, но, опять же, требует погружения, то есть требует внимательности и требует во многих моментах такого грамотного подхода к выполнению квестов, потому что есть действительно довольно сложные квесты, где нужно хорошенько подумать и встряхивает голову. Я вообще терпеть не могу квесты, но почему-то в Tomb Raider я залипла, мне понравилась очень эта игра, я не знаю, почему я так долго ее избегала. В общем, Tomb Raider тоже очень классная игра, и если хотите тоже такого погружения, немножечко вот этой темы всей, связанной с майя, инками и так далее. В общем, тоже советую. Дальше, если мы говорим про фильмы, про сериалы, мне очень понравился фильм «Тревожный вызов», он называется. «Тревожный вызов» — очень классный фильм, если вы любите детективного плана фильмы, обязательно посмотрите, держит в напряжении, такая прям... Ну, 8, наверное, я бы ему поставила. Интересный фильм, мне нравится довольно-таки какая-то вот смесь камерности вокруг одного персонажа и при этом хронологичных событий с другим персонажем параллельно идущие. Это очень так интересно как-то поставлено. В общем, посмотрите, почитайте описание. Не про работника колл-центра фильм и... про тревожный вызов, который поступил этому работнику. Собственно, название говорит само за себя, здесь нет никаких аллегорий. Тоже классный, понравился. И из сериалов закончили мы недавно смотреть Stranger Things, естественно. Мне понравился третий сезон, классный, более какой-то такой душевный. Мне очень понравилось, что этот сериал не скатился в какой-то экстра эпик, вау, там экшен, накрутим еще кучу всяких левых монстров, чтобы было наверняка, чтобы был вау-эффект. Я расстраиваюсь, когда сериалы таким образом меняются, мне не нравится, когда пытаются зрителя задержать таким образом какими-то левыми нагнанными эффектами, кучей каких-то дополнительных левых персонажей и все остальное. Я люблю, когда остается та атмосфера, из-за которой ты начинаешь смотреть этот сериал, и я могу сказать, что этот сериал один из немногих, который не скатился вот в какое-то такое псевдоэпическое непонятно что, с учетом темы, да, то, что там... всякое потустороннее происходит хрень, и монстры, и все остальное. Обычно такие сериалы в какой-то момент начинают переигрывать. Здесь осталось душевно, здесь осталось что-то живое, что-то человеческое. Очень классное в конце такое послание нам всем зрителям. Один из таких самых приятных душевных сериалов, которые очень легко смотрятся, затягивают. И если пересматривать все сезоны, можно, мне кажется, 2 дня все пересмотреть. Если вдруг не смотрели и ходите такие, ой, что все говорят про этот сериал, не понимаю, мне не нравится, просто сядьте, посмотрите. Конечно, я вам не навязываю свое мнение, но мне кажется, он того стоит. Один из крутейших сериалов, которые ходили в последнее время. Ну и последнее — это события. Естественно, всегда в свои фавориты я включаю события. Последнее событие, которое определенно стало моим фаворитом, это была поездка на Фабриано. Для тех, кто не в курсе, я являюсь амбассадором бренда Фабриано, итальянской бумаги, уже 2 года как, и это моя 2-я поездка на завод Фабриано. Первый раз мы ездили, там не работало несколько машин, которые, собственно, делают мою любимую бумагу Фабриано Артистика. В этот раз она работала, то есть я видела, как это происходит, как выходит из-под огромных роллов цилиндров, да, если уж назвать правильно, бумага моя любимая. Это потрясающий опыт. Помимо этого, мы были в музее, музей, посвященном именно истории Фабриано, и Фабриано как бренд просто поражает количеством историй, которые он в себе хранит. Это не просто
Бренд, который делает бумагу, это бренд, который первыми в мире придумали водные знаки, благодаря чему сейчас вообще можно сохранить некое авторство и сохранить именно вот эту антиплагиатную историю, благодаря чему, собственно, есть деньги, да, и очень легко отличить фальшивые деньги от настоящих. Также Фабриано работает с различными фирмами по всему миру, компаниями, брендами. Они хранят все письма заказчиков, которые когда-либо были направлены в Фабриано, всех тех клиентов, которые делали заказы Фабриано по водным знакам. Это огромное количество каких-то невероятных просто писем. Все это хранится в музее Фабриано, также хранятся первые водные знаки 13 века и так далее. Это очень интересно послушать, это невероятно красиво посмотреть. Весь музей пропитан историей, какими-то такими моментами, про которые ты даже, наверное, не думаешь, когда работаешь на этой бумаге. И Фабриано на самом деле очень крутые, они знают таких классные технологии, и вообще они развивают такие технологии, которых не было в принципе в мире, с невероятно богатейшей историей, и каждый раз после этих поездок я как-то так сильно проникаюсь к каждому листу, с которым я работаю, потому что я понимаю, какая история стоит за этим, какой труд стоит за этим, как это все интересно, сложно и здорово. Каждый раз я осознаю, что я сделала правильный выбор, и для меня большая честь вообще представлять этот бренд. Сколько разрешат, столько представлять и буду. В любом случае, менять бумагу я не собираюсь, несмотря ни на какие обстоятельства, даже если вдруг однажды там амбассадором будет кто-то еще, не я. Очень люблю эту бумагу, знаю всю эту историю. Как-то проникаешься, конечно. Если вдруг кто не видел видео мое с прошлой поездки Фабриано, как это было, рубрика «Как это было», обязательно посмотрите. Там я именно показываю процесс производства бумаги, очень интересно. Плюс в Инстаграм я делилась, в паблике в своем выкладывала, там больше фотографий таких с поездки, там целый альбом. В общем, если пропустили это, обязательно посмотрите. Мне кажется, хотя бы просто по фотографии, может, немножечко вам получится словить эту атмосферу. Очень круто, и я безумно ценю опыт, который мне дает MPM. Эту поездку организовал для нас MPM, как прямой дистрибьютор бренда Фабриано. И я безмерно благодарна всей команде MPM за то, что они всегда все делают на высоте, и поездки с ними вообще происходит просто легчайшим образом. Ты ни о чем не переживаешь, все всегда организовано, все всегда просто вот по полочкам разложено, и ты не переживаешь ни за себя, ни за свою сохранность там и так далее. В общем, ездить с MPM очень приятно. Приятно, когда это не только еще с профессиональной точки зрения вот круто, да, но и в том, что ты можешь просто общаться, разговаривать на разные темы и так далее. В общем, очень рада и очень признательна за этот крутой опыт. Так что спасибо MPM, если вдруг вы забежали на это видео. Ну и на этом все. Это были все мои фавориты последнего периода. Всем большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, что я вас смотивировала почистить вашу палитру и разобрать все ваши краски, сделать ее привлекательной для вас, чтобы вам хотелось ею работать. А может быть, навела вас на мысль о том, чтобы начать что-то делать своими руками, или поиграть в игру, или посмотреть сериал. В общем, не знаю. Если из этого что-то оказалось для вас полезным, будет супер. Буду признательна за вашу подписку. Там пальцы вверх, все вот это история. И пока!